теперь это делает... Ой, какая хитрожопая старуха! Она меня заперла, и чтобы отсюда выйти, нужно ее сюда приманить. Она подойдет, увидит вазу, скажет: «Ух ты, еб твою мать, сбежал, наверное, куда-нибудь, засранец маленький. Ух, блядь, догоню, ух, догоню, 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 ебало, раскрошу пополам в три степени на ебеню, только так ему». Ваза! Бабка-то разговаривает, нихуя себе. «Где ты, внучок? Иди сюда, бабуля приготовила пирожки из предыдущего внучка. Пойдем, 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 с местом. Тепу-тепу-тепу-тепу, блядь». Замаривает внука на пироги и, блядь, убивает его, заводит следующего. «Сынок, а вот пойдем ты у меня пирожки». Вот сука!